это зловещее здание. А это музей радио. Хотел сказать радиоколледж. Это вроде как Роза Люксембург, да? Красивое здание. Вроде солнышко, ветер такой, ух. Да. Лучше я пойду по солнечной стороне. А то как-то не жарко совсем. Хотя мне вот та сторона нравится. Она такая ужасная. Гринвич пишут. Ух, какое здание. Все сурово. Музей радио. Тут везде музей. Как не выйдешь, везде музей. Красивый знак. Много. Выводок самокатов. Ну-ка, что скажут нам самокаты сегодня? Могу кататься. Привет. И пока пробки, и вошу. Тоже хорошо. Ладно.